налоги, вместо того, чтобы повысить пенсии, зарплаты, стипендии молодежи, они тратят все на этих иностранных ублюдков, на этих посланников войны, которые ничего хорошего нам не сулят. Давайте вместе пошлем их раз и навсегда в одно место. Янки-гоу-хоу! 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 Кровавый посланник Соединенных Штатов Америки Джон Маккейн. Недобитый по Вьетнаме летчик. Везде, куда ступает его кровавая нога, проливается кровь. Остаются трупы, разруха, огонь. И слезы матерей, потерявших своих детей. Ливия, Сербия, Украина. Неужели и в Молдове будет то же самое? Что сейчас он скажет там нашей власти? Какой приказ из Госдепа он отдаст? Установить границу по Днестру? Открыть огонь в Гагаузии или на севере Молдовы? Никто не знает. Но факт остается фактом. В каждой стране, куда приезжает Джон Маккейн, начинается война. Мы против войны. Джон Маккейн, убирайся вон! Янки, гоу, хоум! Янки, гоу, хоум!